Лидер конголезского повстанческого движения 23 марта, находящийся в международном розыске Боскан Таганда, известный как Терминатор, сдался властям США. Он прибыл в американское посольство в столице Руанды. Ntaganda и его бойцов обвиняют в убийстве гражданских лиц, похищении и вербовке детей, в организации массовых изнасилований. В Вашингтоне официально подтвердили факт добровольной сдачи. Я могу подтвердить, что этим утром Боскан Ntaganda, разыскиваемый Международным уголовным судом, лидер одной из фракций М-23, пришел в посольство США. В частности, он попросил об отправке в суд в Гаагу. Движение 23 марта состоит из повстанцев народности тутси и действует, по собственным словам, ради защиты интересов этого меньшинства на востоке Демократической Республики Конго. По некоторым данным, поддержку им оказывают власти соседних Уганды и Руанды. В прошлом году к борьбе с М-23 присоединились войска ООН. По неподтвержденным данным, Ntaganda имел основание опасаться за свою жизнь, что и подтолкнуло его сдаться.